Тут уже лежит. Залазь, блядь. Ты поместишься, залазил туда. Не, хуй. Не, вот курить, чтоб себе. А, блядь. Федор, ты чё жалуешься? Тебе маст новый, тебе на нем есть и ездить. Вот мой списывать пора уже. 15, я бы вздохнул, блядь. Не, ну мы правильные дальнобойщики. Я на мазь вот так вот прыгма, блядь, не пойму. На мазь прыгма, на КамАЗе его вправо-влево начать на этой дороге прям болтыхать. Да. Ну и погодка. Ну ладно. Пойдемте. Всех приветствую на канале. Идем. Ветер сильный и морось. Такая морось. И такое состояние погоды, что это все затяжное. Надолго. По ощущениям моим. Мои ощущения могут ошибаться. Ну ладно. Я даже ничего не стал брать с собой, ни чай, ни... Что-то забил на все это дело. Иду с пустыми руками. Всяко раз ребят скажут, бляха, мух, ты чай не взял. Такая погода. Да, я такой, что-то не взял, поленился. Угу. А давай так еще. Ну, типа, мы на камеру, мы типа по технологии, мы типа умные. Смотри, оп. Там же абсурд, скажет, долбоёбы. Да, да, да. Это два комплекта. Так. Хоп. Все. Долбик нет у нас? Нотка? Да. У Олега. Пойду сейчас схожу. Бляха, муха, трещоткой. Ну, что-то там инструмент ломается. Иди, иди. Нам перчатки сними, чтобы не мотало. Ого! У нас вообще какие-то технологии. Что, машина есть? Давай по новой, Миша, все хуйня. Мы на второй базе. Максим Сергеевич протачивает сверло под нужный диаметр, под наш сверлильный станок. Нам понадобилось сверло побольше. Я думал,
скорее. Наряд нам выдали. Рабочий поселок Сараи. Там магазин по запчастям есть. Нужно купить запчастя. Ну, точнее, не купить, а привезти. Сейчас мы, наверное, я, Олег, Макс едем в Сараи. Я водитель КамАЗа. Они права с собой не брали. Пойду щетку возьму, помою. Фонари. Что, надо горелку брать? Банки. Это Ролтон. Да, в рейс все-таки брать. Едем, да. Правым надо заехать, вдруг рейс долгий, сменным, подменным должен быть. Так, тебе, Олегу, мне и опять мне. Ничего себе. Так, документы. Олег у нас этим, как ее? Адъютант, ёбаный. Не, ну как он с документами-то? Груз сопровождающий. А Олегу сидеть не... Бля, сюда вот чехол, ёбаный, надо. Да нормально, брат, сейчас тепло будет идти. Залазь, она тут уже лежит. А? Тут уже лежит. Залазь, блядь. Ты помечься залазил не, туда, не. Нахуй. Не, не. Не, хуйня. Курить, чтоб сидеть. А, блядь, а я не курю, нахуй. А ты переводчик взял? Хуёчек-ка тебе, блядь. Ну, так вот разулся, блядь, для приличия, ёбаный. Да пиздец, блядь. Ноги не воняют? Иди, блядь, давай, Сион, блядь. По командировочной нам не дали? Он неправильно стоит, Макс. Это повышенное. Я когда сел на него, смотрю по значку, думаю, единица, это значит повышенное, ноль пониженное. А работу начал, блядь, смотрю, наоборот все нафиг. Он неправильно подключенный. Это повышенное. Я его когда трогал, сразу перевел на повышенное. А сколько же здесь Максим? Он же не один, да? Еще где-то других. А, еще, еще есть дальше, да? Сараевский свинокомплекс. Машины территорию не пускают, да, походу. Вот это хорошая дорога, Максим. Да. И Сараев? Да. Хавно сделай, конечно, кривая на все, мрак. Вот это второй бан. На мосте? Да. Я на мазе вот так вот прыгма, блядь, не пойму. На мазе прыгма, на КамАЗе его вправо-влево начинает на этой дороге прям болтыхать. Вот здесь он ровно идет, КамАЗ. Ну как, ну относительно ровно, скажем. Я тоже первый раз на мазе поехал, блин, не пойму, что творится нафиг. Леонидович, балдеет. Давай, давай. Леонидович, ты у нас экспедитор с документами. А как? А Макс мой напарник, он это, подменный. Сараев я уже спать буду, слышь?
снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. Я вернусь домой за щитом, а может быть на щите, в серебре, а может быть в нищете, но как можно скорей. Расскажи мне о тех, кто устал от безжалостных уличных драм и охране из разбитых сердец, и о тех, кто идет в этот храм. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой за щитом, а может быть на щите, в серебре, а может быть в нищете, но как можно скорей. Даже два соломотряса взяли. Две клавиши, точнее соломотряс. На дом 1500, Серега, если не ошибаюсь. Заменитель решета. Одно решето. Это на нож привод, подшипники какие-то. Два ножа новых. Не знаю, 6-метровый, не, 7, наверное. Мы здесь через колхоз вон ездим. Да, я помню. Нашу дыру. Курей продают вот здесь, вот я читал. И комбикорм еще. Он не азот. Он свинины и говядин торгует. Сварил, на низ, говорю, блядь, нахуй сопли резин нужны. Железку сделал, блядь, как стерматно смотрится. По-другому еще из кос сделал, уебся. Ну, съел самогончик, взял. Ну, как это, штырёвочка. Она, наверное, 50. Сейчас такой расслабончик просто. Больше не стал теперь жрать ничего. Самогонка у Макса была вчера, понял? Вчера тоже была туда. У тебя? Она до сих пор лежит в моем полоне. Вот это на работе то? Да. Да, она какая-то все равно не дома. Не, мне ее сжога пиздец нахуй. Пизду, блядь. Что он там добавляет? Хлебушка вкусный. Что бы вам привозил в этот хлеб? Да. Я не готов в этот хлеб. Я так ее понюхал, что скажешь, тоже самого. Ну, а про... ему начал говорить, а ему как не нравится. Молчит он, блядь, как не так. Смотри, ему хули что тыкнул, бля, ва.
такая самоголка должна быть. Не, ну если она заебать-то, без всяких этих. А вот маме я тоже, она вот никогда не красила. Ну что, трогаем? Вот пиздец, а? Пятаз, я бы в стаху влезу. Не, ну мы правильные дальнобойщики. Мы правильные дальнобойщики. Правильно? Правильно, правильно. Тихо, это выключить. Как мы без всех приборов, и то встаем. Отдыхаем. Да. Завтра выходной. Да? Обещали выходной завтра? Да, он в субботу выходной давал бы. Не, он Вован когда звонил мне. Ага. Он завтра все на работу, мне выходной. Хорошо. Тогда можем ехать до 5 вечера. А сегодня он до 2. До 2, до часа. Да не арт полный. Рабочий день весь делает. А что, мы можем устроить до часа. Сейчас еще остановимся, посидим получать. Сейчас приедем. А скажем, ждали его. Не ну да, не было же. Не, говорить много. Ну понятно. А мне приснилось, миром правит любовь. А мне приснилось, миром правит мечта. И над этим прекрасно горит звезда. Я проснулся и понял, беда. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебря может быть в нищете, но как можно скорей. Федор, ты все колеса поснимал с МАЗа, а? Че, новый ставишь, да? Бля, заработал, бля, молодец. Это, блин, я думаю, что ты так быстро МАЗа начал чинить, чтобы, бля, никто не занял колеса быстрее, да? Да ладно, нахуй. Да стопудово. Отжал, бля, колеса. А мне хоть одну оставил? Да вон, бери. Я одну, а ту, одну ты. Одну я, одну ты? Да у меня лысая. Да мне новая не нужна, мне какая-нибудь такая средняя. А то вообще лысый больно. Зад лысый у одного колеса. Нет, одна. Что так. Тебе затравить? Да, вроде низ. Они как, вот так вот стояли? Да. Шква мне подтягивала. Подтянулись? Угу. Сильно болтались? Одна. А подшипники нормально? Не снимал. Че? Подшипники нормально? Да нормально, блин, целый. Ну все, отпускай. Че, хватит? Да, сейчас я. Передний хорошо сделан, да? Получше, чем задний. Блять. И не виляют. А не будет закрыть цеплять? Че? Да нет, высоко, блядь. Нормально. А будет нахуй, отрежем нахуй. Да, че тут делов-то? Болгарочка ему. Все, красота. Ух, блях, мог в рейс сходил, дядь Фей. Что, устал? Нет, руки отбил нахуй. Что такое? Да, бля, грузили этот какой соломотряс. Нет, не соломотряс, наверное. Ну, клавишу от соломотряс. Клавишу, да. Блях, муха, и она как это сдвигать начали, как уперлась нах. Бля, вот эти места, эти большого пальца, обои. А бля, хрохот, наверное, тоже, да? Да.
А это все тепло. Грохот. Серёги, надо. Дождь вымотал, блях ему. Что, идёт там? Да сейчас нет, сейчас как у нас так же, блин. А туда ехал, мжил, блин, падла. Всю дорогу мжил. Ну, он всю дорогу мжил, а считай, дворники ты не выключал, нафиг. Блядь, ушел нахуй в это, нахуй, в бочку. Ты что-то ключ подтачивал вообще. А что меня подтягивал? Не проходил? А там не давал это, блядь. Камера. А я камеру снимаю обычно. Я не стал снимать, я подтащил, и он, блядь. Подожди, я не камеру снимаю, я, наверное, только шланг откручиваю с нее. Не, у меня камера не давала. Ну, как у тебя камера? Подожди. Камера не давала там. Бля, у тебя какая-то здоровенная, дядь Федь. Ну, у меня все... А у меня меньше камера. У меня как зиловская, наверное. Да нет, у меня мазовские. Мазовские, такие же? Да, ну, это... Они есть поменьше, у меня... Меньше, меньше. Меньше. Маз там, блядь, старинный, нахуй. Да, у меня как будто новый маз. Какого у тебя ход маза? 94-й. 94-й? Вроде бы там на кабине написано. Вот на 94-й. Я в своей кабине не буду смотреть, пожалуй. Вроде она кабина хуя, а там и нет. Она и нет, она потому что... Она хотя вписана в документ. Он же документ красный был. Старого образца, как Федоров. Изменения внесены, все законно. Эй, Федор, ты чё жалуешься? У тебя маз новый, у меня 92-го года, блях, муха. Тебе на нем есть и ездить. Вот мой списывать пора уже. 92-го. Ты понял? Понял. Бля, какого же вот этот маз тогда года? Она тоже. Это вообще 90-го. Это самый старый. Это 90 синий. Это знаешь, этот с Москвы пригоняли, вот Николаев. Сами они ездили с кольта. В Москве покупали? Да. Штасовский. Это Сасовский, да? Да, они. А синий теперь неизвестно какой. А синий ее пригонял Мазик. Предприниматель, имеешь в виду? Да, Володя. Угу. И он, блядь, это... Вот я попросил, я его, бля, продай мне. Он хуй продал, когда купил. Понятно. Ну, да. И они поехали в Москву. Все была мода на мазы, бля. Ну да. Ну вот видите, из КамАЗа сразу, считай, делами заниматься. Кстати, сегодня день укороченный у нас. Герметик полез тебе. А? Вот твой герметик полез. Герметик мой? Это не герметик, это как она, капроновая или пластиковая пресс-шайба. Ну вот теперь стойка вгибаться не будет. Что пускай горит, что ли? Красиво. Что красиво, надо проверить. А-а-а. Чай, молоток, Олег, придется, подожди. Макс. Потекет, а тут вода нет. Молоток его принесу сейчас. Обстучать. Это, как у штапики забивать этим молоточком. А, да, у меня такой есть. О, все так. В лучших домах Лондона. Давай, следующий, Макс. Берешь, отбивать прям щеточку по-быстрому, сейчас пока горячий пробежал, потом подкрасил. Ага. Пойдет? А то нет, что ли. Под вон лодки варить можно. А я в армии варил. Варил? Да. Под вон лодки. Повезло тебе. Натаскался. Да, народ, рабочий день закончился до часу. Работали.
Вы что, дома? Отдыхаем. До понедельника. Ну, для вас это никакой разницы, в принципе. Ну, приду я послезавтра. А, ну, я еще отнес стойки к плугу. Собрать их успел. Совместил с колесами. Вот так. Прикрутим, наверное, в понедельник. На этом все. Спасибо за внимание, друзья. Оставайтесь с каналом. Всем удачи. Всем пока.